Неплохая атака у Нисси разгонялась, но здесь все-таки опорная зона авангарда справилась и разгоняется контратака гостей. Минаев мчит по центру, много соперников вокруг него, передача Мельзиха перехватывает, тем не менее момент возникает, гол! Авангард забивает! Это Артем Фичук, номер 10, правый полузащитник, прекрасное врывание, очень своевременное, буквально продавил он Мильтихова, который вроде бы на мяче-то был первым, ну и потом просто удар шикарнейший, очень сильный, и Филиппов был бессилен, похоже, здесь. Показалось, что хотел, может быть, пас отдать назад, или в последний момент что-то смутило, да, Давида, и он как-то кисанул перед ним мяч, мы, к сожалению, не имеем возможности повтор посмотреть. Вас, дорогие телезрители, эта возможность имеется. Ну и удар здесь, наверное, и Лев Иванович, да, не потащил. Слушай, ну я так не стал бы утверждать, покушаться на святое. Но тем не менее.